Добренькое утречко. Сегодня 9-й день после родов. И это мой первый влог с двумя детьми. Что за жизнь? Ночка у нас была супер. Мира где-то раза 3-4 просыпалась на кормление. Это не сильно влияет на мой сон, то есть на то, как я высыпаюсь. Я же ее там не хожу, не укачиваю, она не бодрствует. Она именно просыпается, просит покушать. Мы кормимся, и она дальше спит, и я дальше сплю. То есть как бы в целом, да, чуть более поверхностный сон, но это не так сильно на меня влияет, что потом обязательно нужно днем там 3 часа мне поспать. Хотя бывают иногда дни, когда мне хочется там прилечь с ней на дневной сон. Но это если прям больше было ночных пробуждений, если я сама поздновато легла. Да, ты кряхтишь так мило. Ну, я пойду конюшню пока собирать. Так. Слушай, тут была его инструкция все это время. И можно было посмотреть, что она умеет, что не умеет. Мы вчера разбирались. Вот ей яблочко даешь, она говорит, что ей нравится. Вот да, можно ее... Яблочко, если подносишь к ней? Да, да. Вот гладишь, видишь, показано, что ты рукой можешь снизу гладить, сверху, и она все это понимает и издает разные звуки. А я ей сказала, что мы в пятницу будем есть торт. Месяц, что ли, праздновать? Каждый месяц будем праздновать. Не кажется это странно? Нет. Евы праздновали? Конечно, у Евы праздновали каждый месяц до года. С тортиком, что ли? Конечно. Я ела торт. Ну нет, она тоже все не будет кроме есть. Тебя. Да. Вот так праздник, да, все едят, кроме того, у кого праздник. Даже не смей обесценивать. Если честно. Выглядит так, как будто ты ломаешь ноги. А покажи, что она говорит, когда ты ей трогаешь мордочку. Ну что, реагирует? А, да. А ко мне лицом ее можешь поставить мордочкой, чтобы видно было, как она глазками моргает? Шишку переделать тебе быстренько? Точно? Сейчас буду жарить сырники. Смотрите, какая у меня помощница тут на барной стойке лежит. Кокон, кстати, мне очень даже нравится. Но вот этот валик, который создан для деток до 4 килограмм, он вообще здесь какой-то незаметный. И мне кажется, нужен вот этот валик все-таки. Потому что ножки приподнимаются с ним лучше. Потому что суть кокона в том, чтобы как раз ножки были выше, чем попка. Потому что это напоминает малышу положение в утробе мамы. Сейчас будем сырники готовить. Из козьего творога. Я на самом деле, мама их уже налепила. Спасибо ей огромное. Мне осталось только пожарить. Такой пояс, чтобы ты никуда не убежала. Все, хочется на ручки. Ты маленький кусочек. Я вот такую штуку использую. Здесь просто земляника. Прикиньте, без сахара. Просто земляника и яблочный сок. В какой-то момент я поняла, что из самоката заказывать варенье будет полезнее, чем есть варенье моей бабушки, потому что она очень много туда сахара кладет. Я вам здесь оставлю QR-кодом рецепт. Я в Telegram выставляла, как мама делает сырники на козьем твороге. Они очень нежные получаются, супер-супер вкусные. Единственное, может кого-то смущать тонкий такой привкус козы, ну точнее запах козы, не вкус козы, боже мой. Меня не смущает, если честно, очень даже приятно. Люблю эти маленькие ритуалы, которые
повторяются изо дня в день. Такие как матча утренняя и 30 минут наедине с самой собой. Денис всегда, когда возвращается из садика, когда отведет Еву, приходит домой с матчей. Я беру вкусняшки и иду на балкон. У нас, походу, уже сформировался даже режим. По крайней мере, уже какой день примерно одно и то же происходит, что в сон ночной Мира уходит. Ой, так необычно говорить Мира. У меня как будто есть одно детское имя – Ева, и все. Надо привыкать вообще заново. Мира уходит в ночной сон примерно в 9 вечера, плюс-минус. И окончательно просыпается утром в 7:30. А это вообще идеальное наше вот время, потому что как раз Ева в садик в этот момент просыпается. Мы в целом все высыпаемся, так как рано ложимся. Бодрствует она где-то с утра минут 40 и уходит в длинный сон часа на 3. И в него можно либо пойти гулять на свежий воздух, либо она спокойно дома спит, либо может она подкормиться один раз и дальше спать. Ну, то есть прям уже есть понимание, что происходит у меня по нашему режиму. Ну, понятно, что новорожденные, они вообще... Им ничего не надо. Вот с новорожденными вообще очень легко, на самом деле. Особенно, если ты знаешь правила Харви Карпа. Как успокаивать младенца. Вот эти вот фишечки все. И тогда и колики не страшны, потому что их, по сути, нет. Ну, или ты просто с ними справляешься, помогая малышу чувствовать себя спокойно. Сейчас, если она окончательно проснется, потребует ручки, то... У нас будет с вами челлендж макияж одной рукой, что тоже интересно. Нет, спит. Что еще интересного? Ева пока очень осторожна к Мире. Она как бы ее, я бы сказала, больше игнорит, нежели как-то с ней взаимодействует. Но это интересно, потому что вроде и как ревности пока особой нет. Там какого-то проявления такого, что убери ее, или как-то почему мы с Мира, почему мы так вот. Но и интереса тоже нет. Один раз, когда я меняла подгузник о Мире, Ева изъявила желание сделать это сама. Я такая, блин, как мило. Я спустила вот эту пеленальную доску на пол, чтобы Еве было удобно. И она реально сама, ну, с моей помощью, конечно, поменяла подгуз. Мы там кремиком помазали. Ну, короче, было вот это вот милое взаимодействие. Но я бы не сказала, что Ева сильно умилялась, типа как-то так. Ой, классно как. А просто такая, ну ладно, прикольный опыт, хорошо, пойдем дальше. А еще Ева прям одномоментно стала очень взрослой, как будто бы. Мяу, кто-то мяукнул. Ну да, я ее возьму, она уже кряхтит, кривляется. Человечек. Уже такой большой, кажется, человечек. Пупсик уснул. Что за кренделечек, не могу. У меня сегодня поход к остеопату.
можно сказать, наша первая отлучка. Ну, он здесь находится очень близко к нам. Мне идти типа 5 минут туда, 5 минут обратно. И сам сеанс 40 минут-час. Нужно показать меня, остеопату, как можно раньше после родов, как он сказал. Будем смотреть, как там мои органы поживают, мышцы, все-все-все. И поделюсь с вами, конечно же. У меня вообще по восстановлению в целом все то же самое, что и после родов с Евой. Бинкунг, чулки, травы, которые сокращают матку. Правило 3L, конечно же. Первые 40 дней я не скачу, не убираю квартиру, не готовлю. Благо, просто мамочка моя золото, человек. Она нам приходит готовить горячие обеды. Ну, если бы не было такой возможности, мы бы заказывали еду. Вопросы уборки закрывает клининг, поэтому первые вот эти вот важные дни я максимально много провожу времени с малышкой, лежу, кормлю, сплю, когда хочу. Но я очень мало хочу спать на самом деле. Именно вот так днем. И не то, чтобы мне жалко времени дневного. Я просто не хочу. То есть я, видимо, высыпаюсь. В целом у нас действительно нормально по сну все происходит. И что, кисуля, что происходит? Вот эти вот милые физиономии, когда, видимо, идет какой-то пук. Да? Да ладно, сейчас пройдет, зайка. Вот рука на животике в виде грелки. Ну вот в мире я вижу хотя бы себя немножко. Если в Еве я видела только Дениса первый год жизни, то в этой ягодке я вижу свои черты тоже. Опачки. Вот стегнулась. Все, сейчас ношу только такие топы. Только с отстегивающимися чашками, футболки с молнией. Короче, все для кормления максимально подходящее. Что я хотела сказать, что мы сегодня будем первый раз пробовать сцедить молоко. Мы кто мы? Мы, я и моя грудь. Это больше, конечно, так. Мне хочется поразвлекаться, попробовать, потому что я давно этого не делала. И спокойно, я уверена, Мира без меня полтора часа пробудет. С учетом дороги, с учетом сеанса. Я ее хорошо накормлю. И если они с Денисом пойдут гулять в коляске, во двор, то она сможет хорошо поспать. Она спокойно и 3 часа в целом спит. Потом, правда, она, конечно, очень голодная просыпается. Но если что, Денис знает все эти методы Харви Карпа. Поносит на веточке, пошипит, поукачивает и дождутся как-нибудь меня. Но я хотела сцедить молоко, как раз случай есть такой. А вдруг она возьмет бутылочку, вдруг она возьмет мою молочку. Просто интересно проверить. Ева вообще бутылку не брала. Не воспринимала ее. Она такая, что это за фигня такая? Я как бы и не настаивала сильно. У меня было это несколько отлучек, когда я прям сцеживала молоко с надеждой на то, что она поест. Но нет так нет. Там было не так критично, что она прям голодная оставалась. Понятное дело, из упражнений пока я очень мало себе чего могу позволить. То есть у меня сейчас снова начинает побаливать спина. Это вот положение, когда ты держишь часто ребенка на руках, носишь, как-то наклоняешься, как-то его одеваешь. И, конечно же, мои лопатки, мои плечи. То есть я прям чувствую напряжение. Я делаю просто сейчас то, что можно мне из йоги. Всякие вытяжения, растяжения, скруточки. Просто, знаете, повисеть так хорошо, вис сделать вниз, вот опуститься. Просто к ногам повиснуть и максимально расслабить каждый позвонок, расслабить шею. И медленно-медленно, как будто вот так вот ты висишь такой, и позвонок за позвонком выпрямляешься, проворачиваешь плечи. Это такой кайф. Просто несколько раз вот такой вис делать в течение дня. У меня спина прям такая ликует. Поэтому мне пока можно делать только упражнения на восстановление мышц тазового дна, только дыхание и вот такие вот всякие разминочки для спины, там вытяжение ног, но ничего более. Вот такие пироги. Пойдемте, я вам покажу молокоотсос. Мой молокоотсос, мама его стерилизовала. Всякие вот эти вот элементы сейчас будем вспоминать, соединять, что куда. И сцежутся. Семьдесят миллилитров более чем достаточно. Да. Пупсик как раз просыпается. Сейчас будем пробу пирать. Кого кормить? Иди ко мне, кабачок.
Хочешь ли ты поесть кусочек? Просто держи, не всовывай, котик. Ну-ка. Че, реально? С первого раза взяла. Так рука-то уже опытная. Ты, нет, так не в этом дело. Я вообще бросала силикон. Ты посмотри. Не развивайся. Все, возвращай, убирай. Я дам свою грудь сейчас пока. Ну как? Ну после такой скорости поступления, Тить, это акции снизились сразу. Сейчас мама тебе natural даст. Оставлен ребенок в лучшем виде. Накормленный, готовый спать долго-долго. Я уже дома. Денис с малышкой гуляли часик на площадке. Именно в тот момент, когда я позвонила, выйдя от остеопата, спросила, как у вас дела, она проснулась. Это связь исключительно материнско-ребеночная. И мы даже предложили из бутылочки. Я уже пришла во двор, мне тут идти было очень быстро. Возьмет она или не возьмет? И взяла спокойно бутылочку, попила. Прям вообще ого-го, сколько выпила. В общем, что сказал остеопат? Все супер. Я очень рада. Опущения органов нет. Диастаза у меня нет. Матка хорошо сокращается. Никаких вообще правок по телу. Он сказал, не надо делать. И не приходите больше. Ну, в смысле, что приходите только тогда, когда или если появится какой-то прям запрос, сложности, что-то еще. Но так, все, что по его части, все, что он посмотрел, все отлично. Восстанавливается. Еще надо показать девочек. Так мило, я теперь могу говорить девочек. Девочек показать остеопату. Еву мы тоже показывали сразу после рождения. И потом еще в полгода, по-моему, и еще года в два. Короче, уже можно тоже показать, ей 4. Но так вот в целом, если на нее посмотреть, и позвоночник, и как она стопы ставит, и как она в целом телом управляет, у меня вообще никаких нет запросов. Вот на самокате, конечно, она ездит, но редко ездит. То есть это не транспорт на каждый день. И я вижу, что стопы у нее там ни в коем случае не деформируются. Нет вот этого завала, знаете, как обычно бывает, если ты самокатом пользуешься прям каждый день и по многу, и отталкиваешься всегда только одной ногой, то прям стопы, до свидания. Она редко на нем катается и не подолгу, но все равно. Покажем. Скоро уже Денис пойдет за Евой как раз в садик. С новорожденными очень легко. Они просто спят, едят. Периодически вякают, когда что-то не нравится. Но если устранить то, что не нравится, все хорошо. У нас первая вылазка в парк. Мы уже ходили во двор гулять. Все время ходим во двор гулять. Денис сейчас спустится, возьмет мальчу мне. Ты сладкий пирожок уснешь в пути, наверное. Первый раз, да, в парке гуляет? Да. А я не первый. Да ты со. Мы размышляли с Денисом, что походу нам боженька, вселенная, мир, не знаю кто что, дали спокойного ребенка. Но даже вот просто так бодрствуя, Ева никогда не ездила в коляске. То есть ей нужно было, чтобы она была накормлена, почти вот уже уснула, например. И вот у нее по расписанию еще сон. Вот тогда она полежит в коляске. А тут, получается, мы с Мирой подкормились дома. У нее вообще-то сейчас период бодрствования. И она вот бодрствует спокойно в коляске. Просто едет. Такая созерцает даже, жизнь. Даже гладить не надо. Ну и дома в целом, как-то я замечала по взаимодействиям, как будто она чуть более... У тебя голова прям в углу самом. Да? Ну ничего страшного. Вот так, поближе подходи. Так вот сбоку, когда идешь поближе. Небо. О, смотри, я сделала сердечко, смотри, как мило. А давай сделаем два или одно. А давай сделаем вот так вот. Что за прелесть? Мы пытались. Попытка, не пытка. Сегодня, когда я ехала со своей колясочкой, я ей дверь открыл. Она сказала, ты молодец. Это правильно. Говорит, когда рождаются молодые мамы, и у них появляются дети, то все время есть муж, который открывает двери. Ну, я сказал, что я, скорее всего, дедушка тут в данной ситуации, чем муж. Тебе дать микрофон? Микрофон хочешь ей дать? Ну да, говори. Она в окошко смотрит, интересно, или куда вообще? Что ты говоришь? А может ей открыть нижнее окошко, она будет смотреть через окно? Какое окошко? Ну, вот там внизу окошко открывается. Смотри, ей понравилась идея. Ё-моё, трансформер. Привет! У меня такого в детстве не было. Привет! Сладкая. А ты еще и наверх можешь смотреть. Там листья, смотри. Коньшишка не упадет на голову? О, не знаю. Ты понимаешь, что она просто едет уже минут 20?
просто с открытыми глазами. Ну, помнишь, мы видели, когда детей там одного года, которые сидят там за столом, ничего им не надо, да. Сами что-то едят? Мы думали, как так вообще? Возможно, это наша история. Перед Евой нужно 10 минут жонглировать, чтобы 10 секунд ее покормить. Ну, пока она еще радуется этому жонглированию. Или чтобы она сама поела, тем более. Да. Что происходит, Ева, расскажи, пожалуйста. Это что, твой ребенок? Да. И у нее подгузник даже? Да. Ты взяла у Миры подгузник? Да. И надела на свою лялю? Да. Мама, один, пожалуйста. Ты бабушку зовешь на помощь, да, получается? Меня? Да. Ну-ка, Ева, поснимай меня. Уже идет съемка. Ничего не надо нажимать. Угу. Это Ева снимает у нас. Внимание. Ты сильно-то не тряси, зайка. Смотри, надеваем ручку. Кстати, папа сейчас тоже... Все, ты закончила снимать? Так, тут уже пришел дедушка. Антицарапки надели? Угу. Вот же. Я не вижу. Так. Дедушка серьезный. Прикинь, мы когда-то будем дедушкой и бабушкой. А дедушкой? Ева, ты же однажды родишь ребенка, если захочешь, конечно. Ты как думаешь, ты захочешь? Угу. А, держи. Можно дедушка маленько покачать? Еще надо это капюшон. У меня тут тоже. Держи, покачай немножко. Пупс. Можешь покормить даже. Ну, как мама, смотри, кормит. У тебя есть там молоко? Да, да. На улицу. Ну давай, я. На улицу? Нет. Хочу погулять по-настоящему. Почему ты любишь гулять, когда мы начинаем готовиться ко сну? Нет. Посмотри на киску. У тебя сколько там времени киска показывает? Поверни ее ко мне, пожалуйста. Ее вот тут есть свой будильничек, который загорается синим, когда надо спать. Вот, Ева, она загорится через 15 минут. Это будет значить, что мы готовимся ко сну. Хочу быстренько погулять. Ты хочешь 15 минут успеть погулять? Да. Мы не успеем так быстро собраться и вот все сделать вот это вот. Все, гулять? Угу. А ты шапочку берешь куколки? Да. Точнее, не куколки, а твоей дочки. Да. Надень мне, пожалуйста, папа. Залезли. Что именно? А, это? А там же не холодно, может, в шапке? Да холодно. Да. Она замерзнет и заботится своим малышом. Я забочусь, говорит. Надевай тапочки, Ев. Таким голосом трогательно. Расческу для того, чтобы убирать молочные корочки с головушки. То есть мы сначала нанесли масло на всю голову, потом я помыла голову с гелем детским. И сейчас вот такой штучкой, она супер редкая, нужно их вычесать. Но она мягенькая такая. У нас тут закладка в виде ватной палочки. Кто-нибудь подарите нам закладки, пожалуйста. Подарите нам закладки. Трампапа вбежал счастливый в детскую, взял малышку на руки и с восторгом прокричал. Софи, малыш родился. Ура, ура, родился. Я хочу его увидеть, обрадовалась девочка. Хочу на него посмотреть. Давай скорее завтракать и поедем в клинику. И ты сможешь увидеть в окошко своего братика. О, представляешь, как раньше, да? Раньше в окошко только можно было увидеть, а сейчас уже разрешают заходить в палату. Помнишь, как ты к нам зашла в палату? Угу. Прямо в день родов, помнишь? Да. Вместе они подошли к клинике и позвонили маме. Она выглянула в окошко и помахала рукой. «Мама, мама!» – закричала девочка, увидев мамочку в окошке. Она прыгала, махала руками
и радовалась. Мама подняла руку в ответ и показала маленькую лялечку, завернутую в цветную пеленку. Девочка заметила, как папа прослезился. «Папа, почему ты плачешь?» – спросила малышка. «От счастья. Раньше у меня был один ребеночек, а теперь вас двое», – произнес отец и нежно обнял дочь. Эти маленькие не видно. Да. Папа мне сказал, что как ты вышла, и у тебя слезинка посмотрела. И ты дала папе палочку. Палочку? Какую да. палочку я дала? Ну, палочка такая. Скоро будет малыш. Когда мы узнали, что я беременна тобой, да? Да. Да, да. Это такой тест на беременность называется. Угу. И на этом тесте две полосочки было нарисовано. Маленькая штучка захотела поесть. Что ты есть? Яблички. Представляешь, когда-то ты на этой кровати будешь спать тоже. Наверное, Ева будет сверху. А ты снизу. Тебе не понравилась идея-то? Ну, может быть, ты тогда сверху, а она снизу.